Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание нашей удаче. Поговорим-ка о том, как с помощью булавок мы с вами можем привлечь удачу в наши финансовые дела. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной для вас информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Заговоры на булавку, они очень сильные и их используют уже не одно столетие. С помощью булавки вы можете привлечь удачу, деньги и счастье. Правила привлечения и методы пришли к нам именно от наших предков, и они могут помочь нам и сейчас. Булавка – это универсальная вещь, которую каждый из нас может купить. И что самое интересное, именно булавка способна привлечь положительную энергию, удачу и финансовое благополучие в нашу жизнь. Заговоры с ее привлечения совсем не сложные, но в то же время очень действенные. В каждом доме есть булавка, казалось бы, простая и ничем не привлекающая внимание вещь. Так чем же она нам поможет, спросите вы? А проведем следующие ритуалы. Итак, возьмите кусочек ткани коричневого цвета. Именно коричневый цвет считается залогом постоянства и плодородия. Далее возьмите нитку зеленого цвета для стабильного привлечения денег и с тенденцией их накапливать. Далее возьмите 9 монет, можно разного достоинства, но обязательно желтого цвета. Соль и 3 столовые ложки из соли и масла пачули. Лучше всего этот обряд делать после 12 часов ночи. Далее вам нужно сшить мешок, высыпать в него приготовленную соль и спрятать булавку вовнутрь. Сверху капнуть 3 капли эфирного масла пачули. Сверху положите монетки. После этого скажите такие слова: как ты, булавка, купаешься в соли и деньгах, так и впредь купаюсь я в богатстве. Больше ни в чем не нуждаюсь. Удачу тоже притяну и жить счастливо смогу. Далее завяжите мешочек и сразу спрячьте его в надежное место. Через неделю вы достаньте его, подержите в руках, потрусите ним, чтобы перемешать содержимое, и снова спрячьте. По истечению следующей недели достаньте его, снова перемешайте, подержите в руках и попросите о финансовой помощи и удаче в вашем доме. После этого вы можете положить его в любом месте в доме. Но лучше, если это вы сделаете в коридоре. Так будет помогать вам притягивать положительную энергию, финансы и удачу. Раз в несколько недель берите его в руки и загадывайте финансы и удачу, тем самым подпитывая его. Очень часто наша жизнь зависит от того, есть в ней удача или нет. Поэтому привлечь удачу вам поможет булавка. Она не только защищает от недоброжелателей, но и помогает в самый трудный момент. Эти следующие слова помогут вам создать талисман для удачи из булавки. Делать это нужно обязательно в полнолуние. Итак, станьте перед окном, обязательно откройте его, возьмите в руки булавку и покажите ее луне. И скажите: луна сильна, булавка остра, через острие сила луны ко мне отправляется, как луна всегда на небе, так и удача впредь всегда в булавке этой. Булавку приколю, удачу всегда рядом держать буду. И далее оставьте заговоренную булавочку на подоконнике на всю ночь. Утром вы можете начинать нею пользоваться. Эту булавку вы можете носить даже на самом видном месте. Это не снизит ее силу, и она только будет приносить вам удачу при каждом разе, когда вы будете ее одевать.
Повторять эту практику вам нужно в каждое полнолуние. Булавка с каждым разом все больше и больше будет заговорена. Сила ее будет только усиливаться, и это будет приносить вам еще больше удачи. А следующий обряд вы должны провести вечером на растущей луне. Вам нужно сделать так, чтобы вам никто не помешал его проводить, и чтобы никто не говорил с вами. Если это произойдет, то, к сожалению, обряд не получится. Итак, зажгите две красные свечи. Они должны быть не только большие, но так как сгореть, они должны будут до конца. Далее по бокам от них поставьте по зеркальцу, чтобы зеркала, как и свечи, получились друг напротив друга. Далее посередине положите монеты, они должны отражаться в зеркалах. Далее откройте обязательно булавочку, возьмите ее и водите ней, как бы рисуя круг вокруг зеркал и свечей. При этом скажите такие слова: «Булавка по кругу ходит, деньги впредь за ней ко мне приходят. Нужды больше не знаю, деньги только собираю». И далее припалите острие булавки сначала над одной свечой, а потом над другой. Закройте ее и положите на монетки. Дайте свечам догореть. Далее соберите все в одном месте, чтобы кучка простояла до утра. Утром булавку поставьте в кошелек, в отдельный карман. Она будет притягивать к вам деньги. Вы, конечно, знаете, что удача и финансы в жизни, они очень тесно связаны между собой. И вам для этого обряда понадобится по 3 столовых ложки риса, сахара, соли и блюдце, чтобы все это поместилось и не рассыпалось. Сначала вам нужно насыпать рис горкой. Вокруг риса сахар и сверху насыпать уже соль. У вас должна получиться горка. Воткните в нее головкой вниз вашу булавку и скажите такие слова: «Горка удачи насыпалась, булавка в ней закалилась, удача накопилась. Булавку пристегну, носить смогу. Удача помощница моя и всегда теперь у меня». Горку, пожалуйста, эту не трогайте до утра. Она должна простоять там всю ночь. А утром заберите булавку, и вносить вам ее нужно будет на одежде. Но обязательно, чтобы ее никто не видел, чтобы взглядом не отобрать у вас удачу и финансовую стабильность. Нужно помнить, что любой ритуал, практика, обряд на деньги и удачу с привлечением булавки лучше делать в ночное время и на растущую луну, либо в полнолуние. Тексты, которые вы говорите, лучше все-таки заучивать. Так слова идут от души, и вы точно не будете отвлекаться, чтобы прочитать их, и можете вложить всю вашу энергетику в эти слова.